Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит. И мы продолжаем путешествовать в зоне, то есть проходить Stalker Lost Alpha. Да, именно так. Бункер ученых у нас в той стороне, собственно говоря, мы находимся на янтаре, и вот она, дорога на болото. Фу, достаточно интересно, конечно. Сразу узнаю эту местность. Ну, по-моему, ну тут немножко по-другому, кажется, сделано, да? Болота немножко другие. По-моему, отличаются от чистого неба. А, здорово, да. И, собственно говоря, мы сейчас пойдем к доктору, чтобы получить от него микросхемы. Во всяком случае, он как-то должен к нам помочь с этим. Пошел в задницу, не подходи ко мне, не надо. А, я тебе говорил, вот так вот, да. Зачистить сектор от бандитов. А, от бандитов, да, защищайте. Главное, меня не трогайте, пожалуйста. Я тут ни при чем вообще. Ничего, они такие разборочки-то идут. Солидные. Я свой, сразу говорю. Меня не трогать. Я нормальный. Так. Доктор, сука! Балабол космический, говорит, я договорюсь, вертолета тебя трогать не буду. Да, как же, блин. Фантастишина, ебать он, гад. Да пошли в жопу, нет. Доктор одно не продумал. А как мне на открытой местности сваливать-то, вообще я не представляю. Вон домик, кстати, есть. Интересно, успеем добежать, нет? Бежим! Бежим быстро, не останавливаемся. Может, успеем. Сука, не успеваем. Нет! Я не хочу умирать! Нет! Не надо, пожалуйста! Давай сюда! Есть, я ухожу! Надо, подлюга, пошел в жопу! Кто меня трогает тут? Не трогай, падла! Умри, сука! Все умрите! Да, удрал я, все! Меня нету! Я хороший, я невидимый! Шапку-невидимку надо! Давление падает, отлично! Давай. Сейчас я вам так надавлю, у вас все давление упадет. Надо это, глушитель снять. Снимаем глушитель, все. Как Рэмбо, давай. Или как его, лучше как какой-нибудь наш пацан. Рэмбо не наш пацан. Ну, дело сейчас не за пацанов разговор. А, да, вот такой, вот я хитрожопый. Отлично. Да! Бамбуча! Отсос Петрович вам, а не Ракутагина. Да, кстати, интересно. Вот домик тут маленький рядом как раз. И огонь-то горит, а людей нету. А что это он горит? Может, тут все-таки кто-то обитает, а? Двухстволочка, трупешник лежит. Похоже, он до последнего отстреливался. Потом, может, даже не стрелился. Стоп. Ведется огонь на поражение. Кем ведется? Тут никого... О, мама! Ах ты, гад. Нет. Чё-то ты какой-то резвый. Надо подальше от него держаться. Убей свои штуки. Иди нафиг отсюда, осьминог проклятый. Ах ты, падла. Заклинило. Ладно, ничего страшного. Займем высоту и будем все видеть. И он... Это... Вот он! Так, где он? А, вижу. Ага, боишься? Боится, падла. Блин, задница. Наступает. Есть, готово. Да, со мной шутки плохи, как бы. Только стоило тебе появиться, и ты тут же поймал мою очередь. А потому что нефиг. Вообще не стоило этот конфликт начинать. Он изначально был не в твою пользу. Интересно. О, люди! О, ох, мама, нет! Нифига себе! А зачем минировать-то все? Где калитка? А, вот тут и калитки нет, тут ничего нету. Хибара какая-то разрушенная. Ну, пойдем пообщаемся. Короче, это все, что осталось
Это, наверное, группировка «Чисто небо». Шучу, нет. Здорово, пацаны. Кирилл Медведь. Ну кто в ботинках стоит на кровати? Ну что ты? Дурачок, что ли? Кирюша. Понятно, Кирюш ничего не хочет, ему пофигу. Ты здорово. Рахин Савант. Понятно? Красава Кутагин, чего у тебя? Тоже ничего. Ладно. Похоже, тут... Сука, какие-то бездомные. Вот реально, прибились тут вечно, дрыхнут целый день. Работать надо. Слава богу, ты жив. Кажется, патруль подоспел вовремя. Было бы лучше, если бы их вызвали пораньше. Как ты себя чувствуешь, стрелок? Память возвращается? Я беспокоюсь о тебе. После всего, что произошло, я и не представляю. Тихо. Ты слышишь? Что такое? Что? Я ничего не слышу. Жопа какая-то, что происходит? Вы так не пугайте, ребят. Не понял. Что это такое вообще? Нормальный расклад. А что произошло? Приветствую вас, друзья. Давайте начнем нашу беседу. Давай. Ты готов отправиться туда и рискнуть своей жизнью, агент? Да, повелитель. Я жду ваших распоряжений. Ты еще два ученых заморозили, реагент. Но ты должен понимать, что это создание, этот человек, он не такой, как предыдущие, по утверждениям нашего босса. Ты должен пойти за ним и понаблюдать. Когда наступит время, делай, что должен. А что, если у него все получится, и он узнает слишком много? Наше происхождение засекречено. Он никогда не узнает правды. И мы должны убить его. Этот человек не поддается контролю. Все может быть разрушено в любую минуту. Кто знает, какими будут последствия. И что можно сказать о нашей цели? По крайней мере, я так полагаю. Это неестественный проект. У нас есть тысячи других лабораторий, мы должны восстановиться. Тишина! Если мы оступимся сейчас, то все, над чем мы работали годами, будет напрасно. Мы не можем этого допустить. Агент, у вас есть какие-либо вопросы по этой миссии? Нет, повелитель, я все сделаю. Властью, данной мне, считаю этот форум закрытым. В этот день вы отравили их, и ваша структура впервые заработала не только в теории. Да, блин. Так как я понял, это группа осознания вот эти, да? Да, опасная ситуация. Так. А простых нету? 5-45-39. Эти мне не нужны все. И это не нужно мне. Как бы, ну, у меня вес просто большой. Ладно. Боже, я думал, ты совсем потерял рассудок. Пришлось уложить тебя в постель и дать побольше моей травяной настойки в надежде, что ты поправишься, как проснешься. Слушай, доктор, а ты мне скажи, ты до этого мне никакую травяную настойку не давал? Да как-то сильно-сильно. Что случилось? Что ты видел во сне? Я видел что-то очень странное. От этого лекарства у меня все в голове перемешалось. Моя настойка может вызывать странные сны. Не поддавайся им. У меня есть и другие таблетки. Сука. Местный барыга. Так что заходи, если станет хуже. Кстати, о том, почему ты здесь. Дело в твоем КПК. Что дальше, доктор? Я все время поддерживал контакт с нашей группой.
так что знаю, где их найти. Я свяжусь с Клыком и постараюсь разузнать, где скрывается проводник. Это хороший шанс вновь отыскать призрака. Скверные дела вертятся вокруг этого кристалла. Редкая вещь. Его кристаллики используют для починки ПДА и другого тонкого оборудования. Вот такой артефакт выкрали у сталкеров. Призрак был там, но его ранили. Группа наемников заварила эту кашу. Как насчет того, чтобы ты отправился в свое старое укрытие и поговорил с призраком? Может, он просветит тебя? Укрытие? Я даже не помню его. Чертова промывка мозгов. Думаю, тебе понадобится время, пока память восстановится. Мы обсудим все позже. Не беспокойся, я отмечу тебе позицию призрака. Да, вот платы, которые нужны Сахарову. Новое задание. Найти призрака и поговорить с ним. Сообщение. Привет, я призрак. Я нахожусь на восточной стороне в подвале возле заброшенной деревни. Попытайся добраться туда живым. Спасибо, доктор. Я немедленно двигаюсь к призраку. А когда я вернусь, ты расскажешь подробнее о том, кто я на самом деле. Интересно. Так, доктор, вот я смотрю, вот это хорошо, кстати. Это весьма неплохо, это очень кстати. Нормально, нормально. У меня патронов теперь дофига. Собственно говоря, мне и так нормально было. Но в любом случае, пора бы двигать нам к призраку. Да. Есть у меня мой друг Абакан, Валера и Ракан. Так. А я иду, шагаю по болотам и нагибаю всех, кого я вижу. Ох ты, сука, нет! Пошел в жопу! Чё, дурачок, что ли? Уйди от меня, скотина проклятая! Иду себе спокойно, шагаю по болотам. А тут, сука! Я тебе, блин, твой выхлопной коллектор! Пошел в жопу, не трогай меня! Уйди нафиг, животное! Ага! Сейчас ты попадешься. Вот так вот. Нифига подобного. Че, еще один что ли? Меня здесь нету. Ты дерешься еще, а? Гаденыш. Сосатель не должен драться. Сосатель должен сосать. Это кто такие? А, понятно. Пацаны HD, пацаны повышенной четкости. Ща вы получите у меня. Какая сука стреляет? А, вон они. Да! Да ну! Крысеныши кустиковые, сука, за каждым углом сидят. Ничего, выведу я вас на чистую воду. Так! Да! Ух, дабл килл, детка! За ноги цепляется даже зубы. Подача получена. Ладно, сейчас. А! Вот так вот. В твою тупую голову. В самый раз помещается. Кабанчики, кстати, тут что забыли, интересно. Копыта есть? Не, копыта нету. Да, вы такие же бесполезные, как эти гопники. А это что за территория, кстати? Я не могу понять, где я нахожусь? Мертвый город. Так, ну, похоже, да, это будет непросто. А я был же в мертвом городе или не был в мертвом городе? Я что-то не помню. По-моему, был. По-моему, тут вояки же, я тут как-то мы это все делали. Куда мы идем-то вообще? Мы к призраку идем. Хорошо, идем к призраку. Канализацию войти нельзя. Ладно, нельзя так нельзя. Итак, призрак у нас обитает где-то здесь. Где-то здесь обитает наш красавец. Интересные, конечно, места. Похоже, нычка будет на этот раз немножко другая. Не та, что прошла. Это!
Что за нафиг? Чё это такое вообще? Чё это нашего героя так повело-то, а? Блин, доктор, что за трава у тебя такая, правда, а? Пси-воздействие, непонятно откуда. Причем его много, оно очень сильное, это пси-воздействие. Кто допрыгался? Не надо? А кто это в меня стреляет, кидает? Чё за беспредел, ребята? Так, надо сваливать, 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 чтобы меня никто не увидел, не задел, не пристрелил нафиг. Нет, не согласен, я тут спрячусь. Мне тут нету. Блин. Поросята съели этого. Человечка. Он свинюшка. Приятного аппетита. Не, молодцы, молодцы. Я свиней больше уважаю, чем вот этих гадов. Они вообще противные. Так, мы пришли на армейские склады. Похоже, здесь что-то дальше нас будет поджидать. Куда наш путь, кстати, лежит? Встретиться с призраком. Призрак, а ты где? Сейчас же нам в катакомбы надо, по идее, да? Ой-о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 й
визор где-то здесь, недалеко находится. Так. О, Сережа. Ладно, Серег, я не буду тебя трогать, занимайся своими делами. О, кровосос попал, слышь. Попал по полной, да, конечно. Блин, что такие эти крысы вообще бесстрашные? О, капуста. Где-то вход должен быть. Какое-то отверстие, я не знаю, какой-нибудь дырка в земле, какой-то разлом. Ты не подскажешь мне, где тут вход вообще в подземелье? Это подземелье где-то должно быть. Дружище, это я заберу. Это хорошо, это я никогда не откажусь от такого. А кто бы отказался? Никто бы не отказался, правильно? Правильно. И мы отказываться не будем. Интересно, а может быть через колодец вход? Может быть такое? Опаньки! Хорошо. Сука, как выбраться? А, да вот вход, он тут прямо рядом находится, просто его сразу не видно. Так. Сейчас посмотрим, где у нас призрак. Вот он призрак, да? Призрак, стрелок, я вижу, ты вернулся из преисподней. Извини за такую мирскую речь. Выстрел в живот и кое-какие лекарства от доктора делают это со мной. Я уже узнал все у доктора, поэтому можешь не объяснять. По крайней мере, с памятью-то у тебя все нормально. Мне уже лучше. Я тебя смутно припоминаю. Так что все нормально. Приемлемые результаты. Слушай, я тут брал кое-какую работенку, чтобы заплатить за несколько месяцев водки и других маленьких удовольствий. Сделка заключалась в том, чтобы отряд наемников убил несколько сталкеров и украл у них редкий артефакт. Сталкеры сейчас мертвы. И я подумал, почему бы мне не рассказать наемникам про высшую справедливость. Сделай мне одолжение, убей их. С тем редким артефактом, который они украли, ученые на Янтаре могут починить твой КПК. Если тебе повезет, возможно, они смогут восстановить кое-какую потерянную информацию. Скажи-ка мне их координаты. Ладно, они вот здесь. Там также будет парень из Свободы. Он хотел, чтобы ты ему помог. Эти убитые сталкеры были его друзьями. Но он толком ничего не рассказал. Ах да, пока не замыл. Возьми эту снайперку. Она должна идеально подходить для этих свиней. Ты раньше любил эту винтовку? Ну, не знаю. В принципе, да. Почему бы и нет? Ладно. Это должно быть сделано сейчас. Я пошел. Хорошо. Приходи, когда закончишь. И не забудь про артефакт. Конечно, я свяжусь с тобой, как только достану его. Кстати, есть что-нибудь интересное? Не, особо интересным ты не обладаешь ничем, кроме одного бинта. Я у тебя его куплю. Леди и джентльмены, другие подруги. Вот так вот мы сегодня попутешествовали. Нашли мы все-таки доктора. Мы получили несколько раз полную жопу огурцов. Нашли
мы все-таки призрака и, похоже, в следующей серии отправимся воевать с наемниками. Если вам нравится вместе со мной путешествовать по зоне, получать полнейшую жопу огурцов, вообще вот наслаждаться всем этим нагибом, то вступайте в нашу армию, нагибайте всех, и мы увидимся с вами.